Всем привет! Мы продолжаем проходить Divinity Original Sin 2. Тьфу, 2. Первый. Ну и как вы помните, в прошлый раз мы с вами начали проходить вот это подземелье. В этот раз у нас с вами, ну, в идеале оно закончится. Я даже не знаю, давайте попробуем здесь слезть. Раз так предполагалось. Хотя, блин, слишком просто нам вот это вот взять так. А? Мы же можем не достать. Так, Дункан. Ну, ладно, давайте все-таки... Все-таки с вами в наглую внутрь проберемся. Так, Хлорель полетела. И она может просто этот ключ взять спокойно и открыть нам дверь теперь. Вот так вот. Огонь. Ну и здесь еще впереди нас ждет огромное-огромное подземелье. А пока давайте наслаждаться содержимым местных сундуков. Эх. Или не будем наслаждаться им. Эй, яд и все. Мадора, лечи. Давай. Пожалуйста. Ух, успели. Вообще, конечно, нормально. Так сундук подорвался. Так, ну попытаемся сейчас всех потихоньку отличить. А пока мы можем еще параллельно опознавать, что же нам за ништяки упали. Самое новое. И здесь у нас... Так, она не опознана. Сопротивление огню, инициатива. Давайте вот так сделаем. Что-то я об этом не подумал раньше. Шляпа. Плюс одно восприятие, плюс инициатива. Здесь у нас что? Здесь получше будет. Дункан. Восприятие лидерства. Не, лидерство я бы оставил. Лидерство нам точно не мешает. Это на продажу. Это тоже на продажу. Хорошо, осталось. О, обычная шапка. Шикардос. Шапочку тоже обновили. Уже что-то. Так, у Мадоры отлипло ее лечение. Ну, а значит, у Хлорель отлипло и ее тоже. Хотя Мадорина лечение в итоге, хоть оно за раз восстанавливает больше, но в целом, по-моему, оно слабее. По ощущениям. И я на всякий случай сохранюсь, если вдруг вот эти ящики решат взорваться. Нет, к счастью, они решают так не делать. Хоть на этом им спасибо. А нам с вами, видимо, надо продолжать наш поход дальше. О, ловушка. Давайте как-нибудь с ней разделаемся, потому что ну ее нафиг. О, прекрасно. Но все равно у нас еще в очереди лечение, поэтому... быстрее будет, наверное, водой залить. О, нет, к счастью, нет. Так, аккуратно, а мы можем их визуально видеть? То есть, если мы будем сами внимательны. У нас есть возможность... Кажется... Не, нифига. Нет у нас возможности их вот так заметить. Пивас. Ничего. И еще один ящик ничего. Тихо. Куда ты ящик? Так, и вот этот ящик мы с собой возьмем. Потому что там впереди какой-то ядовитый туман. Уф. Да. Слушайте. Я так чувствую, эта лесенка нам так просто не дастся. Эй. Мы промахнулись, что ли? А, вот он. Ну, вот сюда. Так. Я думаю, масло, черт бы с ним. С маслом мы с вами справимся. Оно нам так не навредит. А вот это вот гадость. О, смотрите-ка. Тут еще факел. И какая-то штука подсвечена. Почему она вот так блестит? А, потому что к факелу идет от вот этой нажимной пластины ведет нить. Все, я понял. Аккуратно тогда проходим. А, чувствую, что здесь будет дальше еще веселее. Крыски, кстати. Давно мы их не опра... Она мертвая. Крыси. Мертвый. И сырое мясо лежит. Эх. Так. Я не помню, кстати, в прошлый раз мы с вами посмотрели вот туда или нет. Потому что здесь, ребятушки, смотрите. А вот их не было видно. Пираты-подрывники. Все в ловушках. Целый корабль. Короче, здесь целый андетский притон.
я так понимаю, и нам предстоит с вами тут хорошенько его зачистить, ну и посражаться, наверное, мы тоже с вами там сможем вдоволь, если не подорвемся на ближайшей же ловушке. Ну что ж, а знаете что? Давайте отойдем, и Дункан попробует кинуть фаербол. Ну, такая бешеная идея, но мне кажется, она должна сработать, судя по всему. Дункан, Дункан, а ты можешь куда-нибудь вот сюда выйти? Почему он... Да что ж такое-то, они его опять... Ладно, Дункан, отделись ото всех, выйди вот сюда. Они упорно перекрывали ему дорогу. Дункан, да что ж ты будешь делать? Во. Давайте попробуем. Дункан тоже сдох. Ладно, это не есть хорошо. В целом, идея была неплоха, но провалилась. Ладно, тогда... А тогда, знаете, мы можем выйти вперед Кларель и запустить им дождь. Это должно, ну, как бы поубавить их... Пыл и... Да, фитили погасли. А теперь бегом вперед. Хотя зачем бегом вперед, если мы можем сразу не разго... Нет, вперед, вперед. Ой, кого-то я переставил. Давайте, 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 ребят. Нас ждет сражение, пока они там потухли все. Дункан. Уф, не успел. Ну хотя, в принципе, вот эта вот штука должна их прикончить. Ага. А теперь давайте отойдем вот от этой масляной. А, слушайте, 2800 просто за один выстрел нам дали. Мне нравится. Уф. Так, 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 девчуля, туши, туши, туши тут все. Блин, сколько же здесь ловушек, а? Прям пираты конкретно не играют в игры. Они прям по-серьезному все. Ну ладно. Сейчас подлечимся и можем с вами продолжать потихоньку наш с вами. Эй, кто это? Что это? Откуда вообще эта штука? Ладно, аккуратненько проходим вперед. Нам главное с вами занять какое-нибудь безопасное место относительно. Блин, ага. Там что-то откуда-то. Чем я не понимаю, что и откуда. А, вот. И вот тут где-то... А что за нафиг? Откуда горение-то на нас появляется? Я не совсем понимаю, с чего мы загораемся. То есть я поначалу подумал, что это просто... Как бы какая-то фигня. Ух. Так. Тихо. Дождь. Может, постоянно дождь попробовать держать, а? Если на нас поддерживать дождь... Да в теории нам должно быть норм. Эй, девчуля. Ладно. Пытаемся дальше. Тихо, тихо, тихо. Вот эту бочку вот сюда чуть-чуть передвигаем. И теперь вот сюда докидываем. Отлично. Уф, вот эту бочку вот сюда. Дождь. Ребята, дождь. Дождь, дождь, дождь. Ну, давай, дождь. Блин, мы так с вами не дойдем до конца этой всей истории, потому что нас просто прибьет. Серьезно. Бардадир, я же пытался подлечить. И давайте вот сюда выстрелим. Вот в эту мину. Блин, девчуль, как неудобно. Если сейчас снова на нас тепло это ляжет. Ладно, вроде мы в безопасности относительно. Уф. Вроде бы. Давайте еще разок дождь запустим. Потому что явно с дождем нам гораздо лучше. Я не совсем понимаю логику происходящего. Но вперед мы чуть-чуть смогли продвинуться. Так, нам теперь нужно где-то бочек достать. Хотя мы можем использовать тюки. Тюки, правда, тяжелые. Так, дождь.
Ребят, дождь надо просто держать, я так понимаю, по кулдауну здесь. Так, тюк. Тюк. Лучше, кстати, чтобы этим Мадор занималась, потому что она может подальше этот тюк передвигать. Ну, тепло-тепло, но не горим. Так. Так, и еще раз. Я так чувствую, в этом вся соль. Давай еще разочек. Вот. Вот так нас тогда огонь не возьмет, наверное. Конечно, было бы здорово, если бы мы могли с вами, как вот враги, просто взять и такую штуку сопротивления огню где-то добыть. Ну, как у них периодически выходит такой этот огненный шарик. Ну да ладно. Блин, вода. Какая-то тут пазл, тут, конечно, не по мне. Мадора. Ага. То есть сейчас мы практически одновременно применяем наше вот это вот защитное заклинание, получается. Оп. Оп. Так, этот тюк есть. Мадор, кстати, подлечи себя. У нас пока дождь продолжается. А Кларель может еще вот здесь дождь зафигачить. Фуф. Не-не-не, никаких фиговин, вы че? Фуф. Вроде пошли. А, Мадора. Ну, где она? Во. Хорошо, хоть сюда перемести. А теперь вот сюда. Закрыли. Так. Ну и я пытаюсь при этом еще постоянно, да, поддерживать на нас дожди. Дожди. Чтобы когда эта штука снова кнет нас, она, видимо, один раз срабатывает, типа нагревает нас. А второй раз она срабатывает, происходит уже взрыв и загорание. Соответственно, мы с вами можем... Эть! Есть! Если мы будем постоянно поддерживать дождь, и одно из... одно из вот этих состояний тепло приходить нам будет в дождь, то мы с вами вполне себе сможем пробраться. Фу. Да, донжон, конечно... Донжон, конечно, пока что так себе... Среднее зелье сопротивления ядом. Свиток телепортации. Так, а куда мы пришли? А, это вот эта вот штука делает. Это делает вот эта штука. Блин. Я понял. Сейчас мы ее прибьем с вами. Ну окей. Да. Как же я ее не замечал. Ну и свиток телепортации здесь, судя по всему, не просто так, потому что здесь, видите, внезапно как бы кусок пропал. Ага. И сейчас вот этот тотем мы... Давайте. Фух, свалили. Все. С этим, кажется, все. Здесь... О, безголовый Ник. А помните, там голова была? А в городе была голова, которая просила найти его тело. Это может быть? Ладно. Давайте для начала вот так вот закинем тебя, подруга. Ай, бедная. Ну что, лутаем? Круто. Вот это тоже полутаем. И давайте вот так вот. Блин. А вот так... А вот этот тюк ты можешь? Вот, тюк может. Давай. Отлично. А теперь как бы тебя обратно вернуть? А, ее не обязательно обратно возвращать, у нее же есть пирамидка. Пирамидка, это здорово. Пирамидка, я же ее не пролюбил. Вот она. Фу. Ну и подлечись. Так, а теперь нам как-то вот сюда бы попасть. Да? Судя по всему, да. Ну что, главное, разобрались с этим гадским тотемом. Фуф. Как он меня напрягал. И можем, видимо, действительно поговорить с безголовым Ником, узнать, в чем проблема, почему у него нет головы, например. Полетела девчуль? Бедная.
Да, Бернардино такой обижается, но у Клары выбора нет, потому что она сама ввязалась в это приключение с нами. Применение. Отлично. Так, и девчуля, лечимся. Вопрос только в том, как попасть вот в ту вторую часть пещеры. Я туда подбежал уже, посмотрел, что дверь закрыта. То есть с ней ничего не поменялось. Ну ладно, сейчас, может, безголовый Ник на нас, если не нападет, у нас с ним будет какой-нибудь вдумчивый разговор. Хотя, как мы с ним поговорим, если у него нет головы? Каким местом он будет нам слова произносить? Ну, сейчас узнаем. Он все-таки может. Тело шевелится. Некоторая сутулость его разложившихся плеч, видимо, указывает на неудовлетворенное желание. На палубу корабля меланхолично плюхается крупный кусок сырой плоти. Так вот, что станет со мной, будто бы стонет он. Тело без головы, что корабль без капитана. Он безучастно протягивает руку. В его ладони лежит потрепанный блокнот, совсем чуть-чуть липковатый от трупных выделений. Вы берете блокнот за корешок двумя пальцами, что есть сил, стараясь сдержать рвоту. О, дневник Ника. Идиот. Несчастный труп слегка отворачивается от вас, как будто давая понять, что разговор окончен. Фуф. Ну что ж. А что это? Как только этот проклятый дракон исчезнет, сокровище снова будет моим. Впрочем, есть опасение, что кровавик влияет на этих огнедышащих тварей точно так же, как и на нас. Если это так, то сейчас они должны быть размером с кита. Какая ирония. Та самая сила, которая позволила мне с легкостью добыть эти богатства, теперь не дает мне ими воспользоваться. Ах, как бы мне хотелось снова нестись по волнам, наслаждаясь сверхчеловеческим могуществом, которое дает сила кровавика. С какой чудесной легкостью богатеи расставались с золотом и алмазами, едва завидев наш корабль. Пока драконы не вымрут или не уберутся, я буду ждать в своей тайной комнате. Даже если какой-то чужак узнает, что я прячусь у него под ногами, едва ли у него хватит ума открыть дверь. А если он все же осмелится бросить мне вызов, я с радостью извергну свою ярость на свежую душу. Ага, то есть все-таки нам надо вот туда под половички было. Но мне кажется, будет проще уже через Сайсел заново пройти, потому что здесь такое количество ловушек, что прям ужас. 12-го Вентуса. Ник, произносит он скрежещущим голосом, воняя затхлым ромом. Спой мне. Я выполняю его просьбу снова, но в душе нарастает отвращение. Он становится все безумнее. Он мне не капитан. Первый юнара. Разграблена еще одна мирная рыбацкая деревня. Сожжена дотла машиной Понтия, работающей на магии источника. Я не подписывался уничтожать детей и младенцев. Я артист. Я работаю за золото, а не потому что жажду крови. 12-го юнара. Больше я этого не вынесу. Я должен поговорить с ним, пока он окончательно не лишился рассудка. Говорят, будто он отрубает нос или ухо тем, кто ему перечит, но я думаю, это лишь слухи. Что он заберет у меня, если мои слова ему не понравятся? Затем идут несколько пустых страниц, а после страница с грубо начерченными сверху вниз буквами. Кажется, там написано «труп». Или что это за буква в начале? Возможно, это не буква, а плохо нарисованный краб. Ха. Ну, лады. Давайте в город вернемся за головой. А Сайсел... Это что, черная бухта, что ли? Нам... Нет, это не черная бухта. А что такое черная бухта? А, здесь еще один алтарь же есть в этом месте. Обалдеть, я и забыл об этом. Ладно, нам с вами на самом деле в город. Ну что ж, я сразу добежал до места представления. И давайте... просто я убедился до этого в том, что если... короче, эту голову красть, пока нас видно, чувак обидится, поэтому быстро вот так. Оп. А, он все равно нас палит. Ладно, есть предложение действовать скрытно, как ниндзя. У нас должны быть с вами гранаты. Ядовитого облака, это перебор. Дымовая. О, дымовая граната. Ну, Донкан, давай. Так. О! Пришлось применить дымовую гранату, обалдеть. Курица, ты чё? От этих типов балахонок, которые тут шляются по ночам, у меня все перья дыбом. Угу.
О, кстати, я вспомнил, что мы с вами еще не сделали. Тут где-то был домик. Домик. Штаб легиона. А, черт. Я помню проход от... Давайте переместимся с вами в Сайсел, Северные ворота. Вот. И теперь побежим вот сюда. Сундук. А, он заперт, что ли? Тут, видимо, все они заперты. Так, Дункан. О, домик вот этот. А это что за домик, кстати? Дом повара? Дом повара. И смотрите-ка, узорчатый сундук стоит, ждет нас. Аккуратненько. Аккуратненько. И здесь у нас пыльный пергамент. Читаем. Это первый из моих сестренок. Славное достижение для искателя приключений. Может быть, проницательности тебе не занимать, но чтобы добраться до моих фантастических сокровищ, нужен поистине великий ум. Отгадай загадку и сделаешь первый шаг из четырех на пути к богатству. Полная луна, обручальное кольцо, отверстый глаз. Что это за цифра? Ноль, наверное, нет. Ой. А что мы сделали? Не здесь, не сейчас. Лучше уединиться в подвале. Тут повсюду глаза и уши. А где искать дом Реджинальда? Ты же знаешь лечебницу этого целителя, да? Как там его, Теллириан? Да, за лечебницей Теллириана у утесов стоит хижина Реджинальда. Он там не живет, так что там нас точно никто не подслушает. Запасной ключ он держит неподалеку, в стойле под охраной одинокой овечки. Ты ее сразу заметишь, эту тварь. Так, ладно, забираем. А что за дом Реджинальда? Лечебница? А, может... Вот этот дом. Ладно, пошли тогда к овечке. Неплохо так. Почему он хочет именно там с нами поболтать, а? Это что? Это Эсмеральды? Ой-ой-ой. Это домик Эсмеральда, нам с вами нужно... Лечебница, да. Вот она. Вот она, лечебница. Так, под охраной овечки. Ха, нормально, конечно, чувак. А сюда мы как можем проникнуть? А, вот она, овечка. И дверь. Главное, чтобы она не сбежала. О, а тут, я помню, есть... Вот это вот место, где если копать... А, вот здесь, если копать, то тебя сразу прибивают. Окей, пошли к овце домогаться. Думаешь, черная овца — это необычно? Тебе еще не попадались овцы-оборотни. Где ключ-то? Глаз? О, запасной ключ Реджинальда, супер. Ничего? Ничего. Ну, давайте только за собой закроем, чтобы овечка, если что, не сбежала. Мы же с вами культурные ребята. Так. О. Это... А, этот дом мы уже вскрыли, а вот он еще один. Пум. Эге. И почему у них у всех есть половички, под которыми обязательно проход в подземелье? Что за манеры? Оп. Нормально. Что здесь есть? Апельсин жонглера, поддельная... А, стрела. Мне показалась поддельная стена. Дневник Реджинальда. Ну-ка. Давайте подготовимся. Счастливый день. Прогулка к пляжам Черной бухты принесла удивительное сокровище, говорящую голову. Катарина говорит, это порождение источника, но как такая нелепая штуковина могла быть создана темной магией? Сама голова представляется ником, но я, пожалуй, буду называть ее Стефаном. Это имя несет некий цирковой флер. Помимо прочего, диковинка моя уже выучила пару историй. А голос-то какой. Я со своим представлением соберу все деньги ярмарки. Радость наполняет меня, едва я подумаю, какой кислой будет рожа у Седрика. Так, и мы можем с ним поговорить, правильно? Как бы его на стол разместить, а? А можем его как-нибудь... О! Гораздо лучше. А, наконец-то уединение. Теперь, когда нас не слышит этот презренный шут, мы можем говорить свободно. С чего же начать? А, расскажи о себе. Мое настоящее имя Ник. Я развлекал команду на корабле знаменитого Понтия Пирата. Понтий Пират. Однажды я осмелился перечить ему, и за это он отрубил мне голову. Я и не подозревал тогда, что это было только начало.
Мою отрубленную голову нашел на берегу странствующий маг источника, безумный до изумления, и воскресил меня. Я несколько месяцев провел в его компании, слушая, как он разводит болтовню по любому поводу. Когда я попросил его вернуть мою голову к телу, тело наверняка где-то в черной бухте. Он рассвирепел и выбросил голову в море. Потом Реджинальд нашел меня и забрал на свое ужасное представление. Не представляю, сколько времени я развлекаю этих раздиявших рты олухов на сайсийской ярмарке. Знаю только, что больше мне это не вынести. Значит, ты хочешь воссоединиться со своим телом? Больше всего на свете. Но пока черная бухта кишит нежитью, которая служит Понтию, шансы мои ничтожны. Мое бедное, потерявшееся тело там, среди них, в этой мерзкой компании, ничего не видит и ни слова не может молвить. Насколько я знаю, они его используют как вешалку для одежды. Если ты отправишься в бухту и воссоединишь меня с моим телом, ты станешь первым существом, проявившим ко мне сострадание. А что ты знаешь о Реджинальде? У этого шарлатана своего таланта нет ни крупицы. Вот он и берет его у настоящих артистов. Где мольбами, где силой. Все бы отдал, чтобы пнуть старину Реджа со всей силы по кругляшкам. Ох, где же мои ноги? Ну, пошли. Отлично. А у нас там с вами есть вейпоинт, и предлагаю помочь этому чуваку. Это Черная бухта же? Нет, это все-таки заброшенная гавань. Ну что ж, торжественный момент. А насчет твоей головы? Тело Ника холодеет, затем становится горячим. Неужели спустя столько времени? Снова вместе. Неужели это правда? Неужели не почудилось? Его руки начинают трястись, затем дрожь охватывает колени, а затем... Пальцы, ноги, руки, пальцы рук. Немножко все подгнило с прошлого раза, но кто я такой, чтобы привередничать? А, этот воздух, идущий по моим лишь чуточку проткнутым легким. Это... Ну, не совсем кровь. Это чудесная слизь, текущая по моим капельку разложившимся венам. Чудо. Истинное чудо. А теперь последнее мое незаконченное дело. Понти-пират. Животное, что бросило меня на растерзание жрущей толпе. Не знать мне отдыха до тех пор, пока его череп не треснет у меня под ногой. А теперь, когда ты снова цел, может, расскажешь еще что-нибудь о своем старом враге? Жалкий негодяй. Неудивительно, что его дух все бродит в этой проклятой пещере. Худшая преисподняя не откроет свои врата для такого мерзавца, как он. На своем корабле смерти он инакомыслия не терпел. Я всего раз осмелился поднять голову и не успел закончить просьбу, как его меч уже перерезал мне горло. А где искать Понтия? Он обитает где-то здесь, точно говорю. Я хорошо помню эту пещеру с тех времен, когда был в команде Понтия. Тут был его штаб. Отсюда он поражал полчища невинных людей чернейшей магии источника. В его кабинете в центре пещеры есть секретный проход на пристань, где стоит на якоре черная вдова, его корабль. Думаю, где-то там и надо искать капитана. Ты хочешь сказать, что Понти был магом источника? Не совсем, но он обладал могущественным камнем, в котором заключена большая магическая сила. С помощью камня он создал жуткую военную машину, которую не могли одолеть ни королевские корабли, ни пиратские. Тот камень содержал в себе магию источника, и капитан ей буквально упивался допьяно. Он совсем от этого рехнулся, и надо думать, он по сей день хранит камень в своей проклятой пещере. Есть мысли, как победить этого жуткого пирата? А, дорогой мой искатель источника, я провел годы, читая стихи тупицам, чтобы сформулировать идеальный план по уничтожению этого безумца. Есть два важных дела. Сперва с помощью магии надо атаковать боевую машину, которую он до сих пор держит на палубе своего корабля. При правильной подзарядке эта машина станет опаснее любой другой в Ривелоне. Боюсь, безумным капитаном нам это наверняка пригодится. И во-вторых, я хочу оказать тебе честь и попросить об одолжении. Призывай меня, когда пожелаешь, когда тебе будет угодно. Я клянусь тебе в вечной верности. А еще лучше, если ты вызовешь меня драться с моим заклятым врагом. Клянусь тебе, стоит мне взять его за горло, я хватки уж не ослаблю. Отныне искатель источника, я твой верный друг. Призови меня в любой момент, и я поспешу на помощь. Ух ты, да ладно. А как? Именно источник свел Понтия с ума, хотя он же сохранил Нику жизнь, чтобы тот сразился со старым врагом. А, хоть мы и поклялись его уничтожить, источник не просто примитивное зло. И правда, в Академии нам не рассказывали никаких подробностей об этой странной магии. Отступничество. Ха, мы что-то с вами все набираем. А как призвать Ника? А? Скажите мне.
Это у нас скилл какой-то? Что, нам что-то дали? Нет, ничего вроде не дали. Как? Как нам призвать его-то, а? Простите, так. Ничего нам вроде не дали. А как нам его призывать, мне интересно. Ладно, разберемся по ходу пьесы. Видимо, пьеса будет уже в следующем эпизоде. И я пока пройду, ну, вернусь чуть назад и снова дойду до вот этого люка. Ну, чтобы нам следующий эпизод уже с этого и начать. А пока давайте скажем спасибо Мише Лебедеву, Тому, Мише Фомину, Зуклике, Андрею Фиолетову, Максиму Ваваеву, Константину Захарову, Алексею Смирнову и Эдуарду Бабушкину за то, что те продолжают поддерживать канал. Ну и огромное спасибо всем вам, что вы приходите смотреть эти прохождения. В следующем эпизоде, видимо, нас ждет бой с капитаном пиратов. Ух. А пока на этом все. Всем удачи, счастливо и до скорой встречи. Пока-пока.